Мы находимся на окраине улицы Партизанской по дороге в сторону деревни Воднёвки, Новой Месковичи. Как видим, дорога покрыта мусорными кучами бытового мусора. Дорога на Воднёвку практически каждые 10-15 метров вот такие мини-помойки. Бывшая воронка покрыта мусором практически полностью. И бытовой, и автомобильные запчасти, и бутылки. В общем, всякая всячина навалом. Судя по объему, тут несколько лет не убирались. Вот следующая такая же. Практически в каждой ямке по мини-мусорке. Вот еще 15 метров прошли. Практически вся дорога от Жуковки до деревни Воднёвка, Новомесковича, представляет себе маленькие мини-помойки. Мусор уносят местные жители, видимо, по причине отсутствия контейнеров мусорных в городской черте Жуковки для жителей квартир. Им деваться некуда, вот они, кто-то на машинах везет в лес, кто-то выносит руками. Но ситуация, видим, что лес находится в плохом состоянии. Очередная воронка с мусором по дороге в Воднёвку. Тут уже и деревья рублены, и бытовой мусор, и все на свете. Это дорога на Воднёвку. Там на Жуковку дорога. Сейчас мы находимся на самой окраине Воднёвки, в районе ручья и моста. Как мы видим, здесь находится стихийная свалка бытовых отходов всевозможных. Она раскидана по кустам. Вот дорога, там Воднёвка сама находится, в конце дороги. Бытовой мусор, пластик, стекло. Сейчас листва закрывается, как видно, там довольно большие куча. Шланги, пылесосы, битое стекло, канистры. Вот такой срач, как говорят. Автозапчасти, покрышки. Из Воднёвки, в сторону Жанинской трассы, куча бытового мусора вдоль дороги. Сейчас их трава скрывает, но помойка не маленькая. Здесь, конечно, закрывает ее немножко, но потом она появится. Телевизоры вон валяются, мебель старая, бутылки, банки, все на свете, ведра. Это вот дорога, ведущая на Ржанинскую автотрассу от Воднёвки. Провода, доски, бутылки. Что люди едут с деревни, выкидывают мусор вдоль дороги. Просто свинство. Видимо, у него своего нет места для сбора мусора в деревне. Весь мусор... Целые мешки бутылок, мусора. В общем, жители едут из деревни, выкидывают мусор вдоль дороги. О какой экологии здесь можно говорить? Тут, смотри, не только мусор, он же унитазы выкидывает.
Мусор термо мешками валяется. На краю дороги. Когда зелень уйдет осенью или весной, это все будет хорошо. Сварка по дороге в Одневку от детского туб-санатория. Здесь рубленые кусты, бытовой, строительный мусор. Посреди поля лежит прямо. В непосредственной близости за Березкиным находится детский санаторий. Автор жидкости масла. Вот ориентиры, там вон вышки стоят, водонапорная башня детского топ-санатория, котельная. Тут мебель выкинута кем-то. Стекла, ящики. Ведерки, диваны, кладбище домашних диванов здесь. Вот еще куча мусора, небольшая сварка по дороге в Одневку от детского санатория.